Туве с рабочим визитом побывала большая делегация правительства России, куда вошли более 80 человек, представляющих практически все ключевые министерства и ведомства федерального центра. По словам полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйла, можно раскрыть потенциал республики с логистической точки зрения. Со своей стороны, региональные органы власти в исполнении решения, принятого на заседании у представителя правительства Российской Федерации, разработан проект плана социально-экономического развития и перечень дополнительных мероприятий, направленных на развитие республики. Мы с вами прекрасно понимаем, есть сегодня объективные причины. Это и отсутствие инфраструктурных объектов, это и логистические трудности, это и ряд других проблем, которые мешают или, не скажем так, не дают раскрыть весь потенциал. Руководитель делегации, министр экономического развития Максим Орешкин, подчеркнул, что десант из Москвы должен разобраться с актуальными для республики вопросами, связанные с инфраструктурой, электросетями и сельским хозяйством. Именно поэтому в рамках рабочего визита делегации в Туве прошли секционные заседания, где были обсуждены ключевые моменты социально-экономического состояния Тувы. Одним из ключевых проектов для дальнейшего освоения ресурсного потенциала республики является развитие железнодорожного сообщения. Даст возможность для дальнейшего развития минеральной сырьевой базы. Здесь ключевым вопросом является вопрос строительства железнодорожной ветки и пропускной способности железнодорожной ветки. Вот сегодня она запланирована как 15 миллионов тонн. Это значит, что возможно будет вывести 15 миллионов тонн руды. Это 15 пар поездов, одна пара поездов – это 1 миллион тонн. При этом перспектива развития железнодорожной ветки, как сегодня запланировано, это увеличение пропускной способности до порядка 30, почти 30 миллионов тонн. Вместе с тем, общий спрос на вывоз самого угля из республики составляет практически 50 миллионов тонн, то есть это в три раза больше, чем текущий план по развитию железнодорога. В этой связи отдельно хочу отметить, что поднимался вопрос пассажирского движения. Здесь важно отметить то, что пассажирское движение, оно еще больше увеличит требования к железной дороге. Один пассажирский поезд занимает 3-4 грузовых поезда. Строительство железнодорожной ветки – не единственная составляющая в ускоренном социально-экономическом развитии региона. Максим Орешкин отметил, что прибывшая в Туву делегация сосредоточена на решении социальных проблем и повышении благосостояния жителей республики. А это в первую очередь инвестиционные проекты, которые в дальнейшем выведут республику из дотации. Инвестиционные проекты на 300 миллиардов рублей, значит, порядка 6 тысяч рабочих мест. Что знает этот план, то по всем проектам до 2025 года. Да? И вторая часть, на чем мы хотим остановиться, это все-таки средний малый бизнес. Здесь понятие среднего, наверное, все-таки как в малый. Да? Здесь важно, чтобы со стороны региона мы готовы помогать деньгами со стороны министерства через фонд развития промышленности. Все-таки создание фонда развития промышленности регионального. Мы вот 30% регионального фонда, 70% будет на Балкан. А у вас как вот 30 на 70 это стандартное? Да, мы делаем стандартное, но мы, так сказать, под особые регионы мы можем смотреть. Я думаю, что здесь можно будет попросить Дмитрия Анатольевича, чтобы они на упрочение подойти. Абсолютно. Вот единственное, здесь поиск собственных средств, да, нужно еще со стороны республики найти. Если вам это приятно, посмотрим пропорции. Значит, это второе. И в том числе вот были на предприятии, допустим, Тува-Полиграф, да, вы хорошо знаете. Но это такое, значит, единственное предприятие, которое на сегодняшний день там из малых предприятий, как пример. У них там 80 миллионов рынок, сегодня они делают там на 10, да. При этом все заказывают в Хакасии, в Красноярске. Ну вот, пожалуйста, пример, там можно там поставить через фонд развития промышленности. Это как пример малого. Для животноводческой республики, как Тува, важно иметь свои гаранты. Так, губернаторский проект «Кыштаг для молодой семьи» привлек внимание московской делегации. По их мнению, продолжение проекта увеличит рост мелкого рогатого скота в регионе, что в дальнейшем позволит экспортировать мясо баранины в другие регионы страны. Производство баранины. Сегодня 1 300 000 голов мелкого рогатого скота. Мы видим перспективу удвоения в течение 5-6 лет.
главным инструментом в этой работе необходимо стимулирующее, в том числе и занятость населения, это грантовая работа в этом направлении. Есть уникальный проект, который организовал Шабалов Валерьевич, когда молодой семье выделяется грант, право получения которого обсуждается при народном исходе граждан в населенном пункте. Ему дается возможность построить себе дом в поле, соответственно, помещение для загона скота, и в том числе как бы поголовье в размере 200 головок цен. Через 2 года он, ставший на ноги, должен передать поголовье такого же количества следующему. А если мы со стороны государства этот грант поддерживаем, а мы понимаем, что это реально, по сути дела, некая вина у нас есть, когда мы разрабатывали Новосибирскую вторую группу, я думаю, что мы получим кратное увеличение молодых семей, их поддержку социального статуса. Хотелось обратить внимание, что грант 1,5 миллиона рублей в этом направлении позволяет получить старт и в последующем, собственно говоря, овцевод может зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в год, начиная уже с 4-5 года. Министр экономического развития подчеркнул, что правительство России планирует выпустить детализированный план, который будет связан как со строительством железной дороги Курагино-Кызыл, так и созданием горно-обогатительного комбината и порта на Дальнем Востоке, через который обогащенный уголь из Тувы будет предоставляться на международные рынки. Предполагается, что такой план будет подготовлен к середине лета, а активная фаза проекта начнется, когда будет заключено соглашение с инвесторами.